Томат Пьета-86. Сорт средний-ранний, универсального использования. От сходов до начала собирания 113-115 дней. Плодоношение длится 50-65 дней. Растение высотой 50-55 см. Плоды массой 100 грамм. Квадратно-округлые формы. Продолговато-овальные, оранжево-красные окраски с добрыми вкусовыми качествами. Используется в свежем виде и для переработки. Тепло, светло и влаголюбивое растение. Выращивают только рассадным способом. Оптимальная температура для прорастания семян 23-25 градусов.